Республиканский конкурс учителей бурятского языка «Эрхимбакша» пройдет с 22 по 24 ноября 2017 года. Конкурс учителей бурятского языка и литературы «Эрхимбакша-2017» проводится в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих учителей бурятского языка и литературы, распространения педагогического опыта лучших учителей республики. В состязании примут участие 20 представителей от районов Бурятии и Улан-Удэ. Этапы конкурсных мероприятий пройдут в Республиканском бурятском национальном лице и интернате номер 1 и Бурятской гимназии номер 29. Педагогам предстоит пройти 3 тура. Награждение победителей состоится на церемонии закрытия 24 ноября в бальном зале БГУ. Конкурс проводится Министерством образования и науки Республики Бурятия в рамках государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка». Напомним, в 2016 году конкурс «Эрхимбакша» впервые вышел на международный уровень. Тогда в нем приняли участие 32 учителя бурятского языка и литературы не только из Бурятии, но и Забайкальского края, Иркутской области, Монголии и Китая.